Так, пьем водичку, настраиваем микрофон, пьем водичку. Звук есть, все. Поехали. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ларус ФПС, и сегодня я буду играть в странное событие, за которое дают награды, между прочим, целый Black Ball. Вот мой состав. Это событие, оно, если я не ошибаюсь, проходит онлайн. Я выбрал команду Барселоны. У меня, кстати, неплохой состав. Вот сейчас я вам покажу его. Вот вы его сейчас наблюдаете на своих экранах. Как бы, ну, не знаю. Ладно, окей, пусть будет так пока что. Поехали играть. Поехали играть. Если я не знаю, что это сейчас будет, либо это будет онлайн, либо это будет с ботом. Сейчас мы я, кстати, не хотел портить свой рейтинг, три топора, но походу он сегодня испортится либо вверх, либо вниз, либо как бы... Я, кстати, не помню, что бывает, если ничью ловишь. А давайте-ка мы отклонимся назад и посмотрим сведения о соревновании. Итак, что нам сейчас предлагают? Чтобы получить агента Black Ball, в этом соревновании достаточно доиграть матч до конца. Неплохо. Мы строили этот матч с участием стандартных команд специально для новичков PES, чтобы они могли посоветоваться с пользователями со всего мира. Стандартная команда, дуэль, испытания. Вот как раз таки и находится здесь наше событие, соревнование, которое называется акция. Где мы бесплатно сможем получить легенду. Все, давайте к матчу уже, к матчу. С регламентом я вас ознакомил. И сейчас мы... Профессионалы с рейтингом 3 топора будем играть против новичков и будем их... Неправильно, вот так вот. Да вот почему третий раз постоянно плохо? Сейчас, еще раз. Блин. Это, как говорится, чем песеры занимаются, когда ищут соперника. Ха! Боже, какая шутка! Шутка. Водичка. И что? Барселона против Барселоны. Но он там составчик поменял, но я буду стандартным играть. Если шо, как говорится... Так, стоп. Ладно, пусть Видаль стоит. Окей. Я готов. Надрать ему жопку. Можно даже яркость прибавить. Надеюсь, мой телефон не взорвется. Yeah. Итак, это фут... Почему не на моем стадионе? Как бы я босс. Нет, в принципе, я... доволен тем, что PES создала такую эту, потому что такое событие, потому что я помню, у меня нет ни плойки, ни компа нормального, я помню, что как это называется эта версия, я забыл. В общем, в демо-версии там специально был онлайн, где играли вот как раз таки Бавария, МЮ, Ювентус и Барселона. И это, кстати, было неплохо смотреть, особенно когда тебе попадаются одинаковые команды. Ну все, надо собраться теперь. Забьют гол, да? А нет, я уже как бы расстроился, типа, ну блин, забьют, ну ладно. Капец, коротышка что творит. Ой, ты смотри, какую красивую вырезал. Ну, прям Барса. Хо! Ничего себе, это прошло. А вот это уже не пройдет. Фух ты ж, ё-моё, как опасно, а. И, Суарес, как можно было все запороть? Весело, конечно, играем мы тут. Очень хорошо играть. Ух ты, заброс на Месси. Ай, коротышка.
Нет. Нет, Суарес не будет играть. Нет, Суарес не будет играть. До свидания. Не-не-не-не-не. Иди отсюда. Во-первых, Видаль вместо этого ноунейма. А, во-вторых, вот так вот. Все. Теперь, я думаю, можно играть. Ну давай, сейчас. Ну, Дембеле. Наконец-то. Да, 1-0, все, поехали. А кто тут? А кто тут? О, привет, бородач. Не, реально, чисто бородач такой. Пришел, хачик, и забил. Изичный вообще, прям, я его... Раскатал одной. Мизинцем, в общем, раскатал я его. Смотрите, как просто взял и... Оп! Ой! Блин, я хотел пройти, как у Гены Миллера в видосе также. Блин, вот мне осталось только миссии получить, и все, игра пройдена. Серьезно. Ой, коротышка. 1-0, все, закончился этот сраный матч. Позорный на самом деле. Я себя никак не проявил. Я надеюсь, дадут еще сыграть. Рейтинг повысился, окей. Это, конечно, круто, но как бы можно мне... Сейчас. Завершаю этот видеоролик. Я больше не буду играть в матчи. Нет, нет, до свидания. Конечно же, мне понравилось это событие, но не то чтобы прям вау. Кстати, если вы не смотрели предыдущий видеоролик, где мне выпал один сексуальный молодой человек, то заходите, смотрите. Там, перед этим видео, по-моему, оно есть. Вот я засветил, кто это. Ну да ладно, как бы, да. Поехали. Что же мы хотим выловить? Мы хотим выловить легенду, по крайней мере. Я хочу выловить легенду. Но... К сожалению, вот, мне осталось только вот этого парня и вот этого молодого гномика. Да. Поэтому... Так, а какая вообще вероятность? Там 100% прям. Там просто музыка крутая и как бы я отвлекаюсь. 132. Ну все уже, все, давайте не будем томить никого. Поехали, MyClub, это мы все знаем. Так, это Испания. И это не Месси, да? Пике. Но я не скажу, что это... Вот видите, как я зажрался, прям зажрался ему Пике. А, 90! Ну тогда это прям в корне меняет дело. Я, в принципе, доволен своими центральными защитниками, но один меня все-таки не устраивает. Это вот этот вот богатырь. Вот этот богатырь намного лучше. Вот этого богатыря, который тоже хорошо справляется, он хорошо показывает себя, но все-таки он, ну, не очень. И поэтому... Посмотрим, как себя проявит этот волосатый молодой человек, который, между прочим, играл вот с этим молодым человеком. И учитывая то, что у меня Роналду, и можно сказать, что я выиграл игру, но как бы у меня нет еще Месси, поэтому будем стараться его поймать. А с вами был, как всегда, друзья, ФПС. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Ловите Месси, Роналду, играйте, побеждайте. Всем пока.